В рамках реализации специального проекта «Единой России. Школа» и акции «Родительская приемка» депутаты окружного совета провели общественный контроль организации питания детей в столовой третьего корпуса образовательного центра «Флагман» в Одинцове. Партийцы сняли пробу блюд и проверили их соответствие утвержденному меню. Особое внимание уделялось соблюдению норм санитарной безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции. С этого учебного года во всех школах Одинцовского округа была запущена программа «Доброе кафе». В соответствии с ней комбинат питания «Доброе кафе» готовит блюда для школьных столовых города. Как отмечают депутаты, собственное производство позволяет не только контролировать качество еды, но и регулировать меню под предпочтение детей.